Всем привет! Сегодня я нахожусь в городе Хадыженск и хочу вам его показать. Это город, который располагается на северо-западе Апшеронского района, 130 километров от Краснодара. Станица Хадыженская была основана в 1864 году на северном склоне главного Кавказского хребта между реками Пшиш и Иль. Сегодня город Хадыженск входит в состав муниципального образования Апшеронского района. С недавнего времени Хадыженску присвоен статус города-курорта местного значения. Население города приблизительно 22 тысячи человек. От Апшеронска расстояние 22 километра или приблизительно 30 минут на автобусе, 20 на машине. Сейчас я нахожусь на главной площади около Дома культуры нефтяников. Как вы видите, здесь у нас бюст Ленина стоит, а за зданием находится парк, который сейчас мы с вами вместе и посмотрим. Городок совсем небольшой, но он находится в очень живописном месте. Он находится в предгорьях, и его окружают леса, горы, очень много достопримечательностей природного характера. Постараемся сегодня с вами все посмотреть, все изучить и составить представление о Хадыженске. Хадыженск расположен в 70 километрах от Черного моря на трассе Армавир-Майкоп-Туапсе. Горные вершины чередуются с долинами рек и малых речек. Высота отдельных возвышенностей южнее Хадыженска достигает 500 метров и более. В состав Хадыженского городского поселения входят такие населенные пункты, как город Хадыженск, хутор Красная Горка, хутор Травалев, хутор Папоротный. В самом Доме культуры у нас есть различные кружки, спортивные секции, есть хор, есть даже молодежный театр, рок-группа. В общем, молодежи здесь есть чем заниматься. А, кстати, хор, он даже для людей пожилого возраста. Поэтому, я думаю, здесь каждый найдет себе занятие по душе. Что ж, здесь же у нас начинается парк. Посмотрите,
какие здесь высокие хвойные деревья. Здесь очень, кстати, свежо, мне нравится. Смотрите, какая сцена. Ну и, собственно, сам дом культуры с противоположной стороны. Такие вот тропинки. Посмотрим, куда они меня приведут. И за домом культуры, смотрите, какая здесь красота, написано «Городской парк». Так вот сразу и не заприметишь, что вот за таким зданием, да, находится такое прекрасное место отдыха. Есть детская площадка, лавочки. Люди вот здесь сидят, отдыхают. Здесь даже спортивная площадка. Подойдем сейчас с вами к ротондочке. Совсем небольшой парк, но для такого как бы небольшого города, я думаю, что это вполне неплохо. Смотрите, какие фигурки здесь сделаны. Забавно. Хорошая новая детская площадка. Здесь же рядом с ДК располагается рынок. Мы сейчас зайдем на него и посмотрим, что там у нас продают. Заходим на рынок, посмотрим, что у нас продают здесь. Вот, например, когда я была в Апшеронске, то там на рынке продавали даже живность. Выпечка различная. Значит так, я захожу на рынок, и здесь у нас на входе сначала различные вещи продают. То есть здесь еще и вещевой рынок одновременно с продуктовым. Здесь у нас, значит, всякая молочка, мясо, колбасы. Рынок крытый наполовину, что тоже очень хорошо. Спасибо, хоть немножко. Ну да. А то такая жара была. Ветер уже по 10 рублей. А вот у нас и продукты. Там же на полном половине. Фрукты, овощи.
смотрите, различные виды меда, соты даже есть. А у вас местный мед? Ну, откуда конкретно? Вот много прям достаточно меда продают, много продавцов. Орехи вот продают грецкие 150, фундук 300 сетка, масло свое. Фейхоа есть, хурма по 90 у нас уже, помидорки по 35, хурма королёк по 80, еще у нас продают дыни по 40. У вас откуда все? Ну, свое, кубанское, наверное, да? Естественно. Пока да. Угу. А что меня тоже снимаете? Вы куда меня снимаете? Я для Ютуба. А? Для Ютуба. Ой, классно. А еще подружку грязь не забудьте взять. Да? Конечно. Лучше денег отдаем. Говорят, не забудьте заснять ходыженскую грязь. Ну, думаю, в любом городе, когда дождь, то становится достаточно грязно. Поэтому нас грязь не удивляет. Ну, вот такой, собственно, здесь у нас небольшой рыночек. Также саженцы различные продают. Ну да, вот тут уже грязь пошла, конечно. Но что есть, то есть. Снимаем жизнь, снимаем так, как есть на самом деле. Ну и все, собственно. Ходыженские две главные реки – это Пшиш и Хадашка. Сейчас мы находимся на Хадашке. Она располагается совсем близко к частному сектору. Дома вот буквально рядом находятся. Но видите, она такая горная и почему-то грязная река. Ну, скорее всего, это просто ее особенность.
Свою славу Хадыженск приобрел после того, как в 1953 году здесь при разработке нефти была найдена минеральная вода. И уже спустя 3 года здесь была организована водолечебница, а потом на ее базе санаторий «Минеральный». До сих пор он пользуется своей славой, и сюда приезжают подлечиться люди со всех регионов России, ну и, конечно же, с Краснодарского края. Вот здесь у нас и находится санаторий «Минеральный» на улице Германенко 2, или Германенко, не знаю, как ударение правильно. Нам дали вот такой вот буклетик, где написано, какие процедуры здесь можно пройти. Написано недобромные ванны, ингаляции, орошение десен, гинекологическое орошение, физиопроцедуры и прочее. Территория у них большая, красивая, но нас туда не пускают. Особенностью этого санатория является то, что на его территории есть скважина с йодобромной водой. И вы можете вот посмотреть, насколько красивая, ухоженная территория, деревья, лавочки, беседки. Люди приезжают на машинах, оставляют вот на парковке и могут здесь как бы гулять, жить. Так что возьмите себе на заметку, если будете посещать Хадыженск.